Я впервые побывал в Казахстане, в Астане, и не знал, чего ожидать от этого визита. У нас была трехдневная программа, все участники справились хорошо. Надеемся, что у программы BAL IN SCHOOLS окажется отличное будущее здесь, и мы будем поддерживать все будущие инициативы. Семинары были довольно интересные, тренер внимания нам все четко объяснял, то есть была как практика, так и теория. С утра мы приходили, занимались пару часов теории, он все объяснял дословно. Был как переводчик, так и сам он на своем сербском языке объяснял нам все. После мы уже прошли площадки и начали выполнять упражнения по самому семинару. Сегодня был последний день, мы получили сертификаты, прошли хороший курс по тренировкам, нас разделили на 4 станции. То есть всем понравилось, все довольны, как и дети, так и сами участники семинара. Астана Баскет, всем спасибо за то, что предоставили возможность участвовать на этом семинаре, особенно бесплатно. Я приехал сюда с Караганды для этого семинара. Очень давно хотел попасть вообще на такое мероприятие, что-то такое интересное. Вот, и, соответственно, получил кучу удовольствия от этого. Я бы хотел, чтобы почаще так делали в нашей стране. Это было бы здорово. И тем самым поднимался бы уровень баскетбола в нашей стране. И хочу поблагодарить за организацию. Спасибо, все было очень круто, здорово. Баскетбольный клуб «Астана», также совместно с Федерацией ФИБА. Спасибо им большое за такое мероприятие.